Приветствуем вас, дорогие друзья! Вы, как всегда, на канале в гостях у Елены. И сегодня в нашем блоге поездки. Едем во Владимир к деткам. Едем Марка в школу отправлять, в первый класс внука. И Арсюше годик 3 сентября. Так что, если вы желаете, поехали с нами. Мы вас приглашаем. Ну вот, дорогие друзья, мы и подъехали. Подъезжаем, вернее, во Владимир. Так что оставайтесь с нами. И завтра утром пойдемте с нами на 1 сентября. Вместе поведем Маркушку. Ну что ж, дорогие друзья, я прям хочу зареветь, но буду держаться. Вот он, Маркуша. Мы отправляем Маркушу в первый класс. Вспомнила прямо, как отправляла всех своих четверых. Вот так вот, трех дочки, сыночка. Теперь первый внучек. Танюша! Это Танюша, мамочка. Это бабушка Света, вторая бабушка. Папа там, с дедушкой в стороне. О, танцует, готовится. Маркушка у нас без пиджака. Танюш, а без пиджака? Надо без пиджака. А, первый класс не надо им. Вот. У них одинаковая форма. Вот в эту школу, номер 37, будет ходить Маркуша. В своем районе, где они живут. Вот так вот. Своих отводили, тоже ревела. Замуж выдавала, ревела, женила, ревела. Теперь внучата в школу тоже реву. Ну, это от счастья, от радости. Просто от переполнения чувств. Маркушка. Маркуш! Он вам привет помахал. Когда-то маму я отправляла в школе. В школу, вот такую красотку. Мамочку Танюшу. Это наша старшенькая дочка. Естественно, и внук Начинается новый учебный год. И именно с этим мы и поздравляем всех вас, дорогие друзья. Сегодня праздник света, дружбы, книг, цветов улыбок, иногда терзаний. Так пусть тебе подарит каждый мир восторг от получения новых знаний. Учение – это свет, так не ленись, открой в себе таланты и призвания, и на отлично без труда учись. Сегодня праздник у тебя, с днем знаний! Несмотря на то, что наша торжественная линейка сегодня проходит в нестандартной форме, только для первых 11 классов, мы все равно остаемся единым целым. И сегодня учащиеся нашей школы поздравят всех вас с праздником и исполнят песню для вас «Единое целое». Встречайте! Нас не делили
облако белое и все, что прожито пройдено никем на свете. Неделимо мы, единое целое и все, но верит и верует найдет, что просит. Вы будете учиться, как вы себя будете вести. Поэтому всем вам большого терпения, всем вам крепкого здоровья, успехов. Будьте счастливы. Всего самого-самого хорошего. С Днем Знаний, с началом нового учебного года. Спасибо. Сегодня на нашем празднике присутствует особый гость. Слово для поздравления предоставляется члену. От всей души желаю, чтобы в этой семье вы были любимые и счастливые дети. Дорогие учителя, ваш труд не переоценить. Я от всей души благодарю вас за то, что мы теплыми руками передаем вам наших детей и уверены, что их будущее будет замечательно. Уважаемые родители, мамы, папы, бабушки и дедушки, действительно, сегодня ваш день, сегодня очень волнующий день для вас. Я желаю вам терпения, я желаю вам всегда быть рядом с вашими детьми. И самое главное, верить в то, что наши дети, ваши дети, самые лучшие. Счастья вам на этом замечательном, долгом пути, хороших оценок, хороших веселых уроков, новых знаний, новых друзей. Дорогие мои, я вас очень-очень люблю и уверена, что все мы будем вами гордиться. С праздником! А сейчас слово на пути скажут ваши первые учителя. Мы приглашаем Резниченко Ольгу Федоровну, Родину Надежду Николаевну и Морошкину Светлану Олеговну. Больше всех пятерок в запас. Лучше всех играем в дартс. Мы танцуем просто класс. Это, конечно, про нас. И подрались мы не раз. Да. Попались. А сегодня праздник здесь для нас. Ну, молодцы, хорошо, узнали мы кое-что про вас. Пластилин цветной. Кисточки и краски. Новогодние маски. Пластик и закладки. Степлер и тетрадки. Расписание и дневник. Собран в школу ученик. Молодцы, ребята, теперь мы убедились, что вы готовы переступить порог нашей школы. Мы идем не здесь прямо, а мы вот так вот, как все ребята стоят. Вот, видите, смотрите. А обратно...